Бисмиллахи рахмани рахим. Вся хвала только Аллаху, управителю миров, милостивому и милосердному, милость которого безгранична, милосердие которого вечное, который ничего не изменяет в своих установлениях, который, любя все свои создания, даровал человечеству всю землю. Человек является наместником на планете Земля. И, проявляя особую заботу к нам, даровал нам своих посланников и пророков, первый из которых был Адам, алейхиссалям, последний, замыкающий всю человеческую, весь человеческий род, является наш достопочивый пророк Мухаммад, салли Аллаху алейхиссалям. Да благословит Аллах и приветствует его самого, членов его семейства, а также всех тех, кто последовал за ним в благодеянии, вплоть до дня воздаяния, то есть нас с вами. Аминь. Дустарам, тема сегодняшнего вагаза будет приближение к месяцу, когда будет проведен величайший один из праздников Аид аль-Адха, то есть Курбан-Байрам. И предупреждая всех нас, Аллах Субхану Тааля в Коране оставил следующие аяты, указывающие на то, чтобы благое дело не превратилось для нас в конечном итоге в джаханнам. Чтобы оказывать милость Аллаху Субхану Тааля, мы не оказались с вами в числе обретших вечности наказания. Это рия. Это губительное состояние человека рия. Тогда, когда человеческий нефс, являясь необузданной частью человеческого организма, толкает человека к этим поступкам, когда человек, возгордясь, показывает свое богатство, когда человек, возгордясь, похваляется своим выполнением ибадатов, поклонений. Потому что курбан шаларга – это то же самое поклонение. То есть приносить жертву курбан – это то же самое поклонение. И вот, чтобы уберечь нас от того, чтобы наш курбан не явился для нас в конечном итоге наказанием для ада, Аллах Субхану Тааля указал эти аяты. В суре Аль-Каф Аллах Субхану Тааля прямо указал нам, где говорится: «Скажи, о пророк, скажи этим многобожникам, которые не веруют в твое послание, с которым ты пришел к ним», где говорится: «Воистину я такой же человек, как и вы, и кто будет утверждать, что я лжец, тот пусть принесет подобное тому, что принес я. Я не веду о сокровенного. История о прошлом, о которых вы спросили меня, и которую я рассказал вам, и именно о людях пещеры Зуль-Карнаини, раскрыл мне Аллах, Субхана ва Тааля. Я говорю вам, что ваш Бог, которому я призываю вас поклоняться, Бог единственный, у которого нет соучастников. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом миров, то есть кто надеется на его награду и хорошее воздаяние, пусть совершает прямые деяния, соответствующие законам Аллаха Субхану Тааля, и никому не поклоняется наряду со своим Создателем». Вот что понимается под снисканием довольствия Аллаха Субхана Тааля, у которого нет соучастника. Существует два основных принципа того, что дела будут приняты, где наши деяния будут приняты в день воздаяния. Это, во-первых, они должны быть совершены ради довольствия Аллаха Субхана Тааля. И, во-вторых, они должны соответствовать шариату. Шариату, с которым пришел наш посланник пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Тавус сообщил, что какой-то человек спросил у Аллаха, у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям: «О посланник Аллаха, я хочу снискать довольствие Аллаха и его любовь». Посланник Аллаха, да благословит его и приветствует, ничего не ответил ему, пока ему не было ниспослано следующие аяты. «Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Создателем». Один перешел к... Следующий хадис говорится, что один человек пришел к Убаде ибн Ас-Самиту и сказал: «Не сообщишь ли ты мне то, о чем я спрошу тебя? Что думаешь о человеке, который совершает намаз, чтобы снискать довольствие Аллаха,
одновременно любит хваление людей, соблюдает пост, чтобы искать довольствие Аллаха, одновременно любит хваление людей, раздает милостыню садака, чтобы снискать довольствие Аллаха, но одновременно любит хваление людей. И совершает даже хадж, чтобы снискать довольствие Аллаха, но одновременно любит хваление людей. Убада ответил: он ничего хорошего не получит. Аллах сказал: я лучший товарищ, и кто приобщил ко мне других товарищей, то у того есть все, а я не нуждаюсь в нем. Это вот как раз таки говорит о том, что Аллах субхану тааля не нуждается в том барашке, который мы с вами скоро принесем в жертву. И той корове, которая прольется, он тоже не нуждается, и в том мясе не нуждается, и вообще не нуждается ни в чем, а нуждаемся мы с вами. И вот чтобы не уподобиться тому человеку, который любил и намаз читать, и хадж совершал, и всегда хотел, чтобы его хвалили люди, ответ каков? Он ничего не получит. Поэтому мы должны взять из этого аята, из этих хадисов, то напоминание, с которым обращается к нам Аллах субхану тааля. Только его довольствие, только его милость, искренне должны быть руководством в нашей жизни. Абу Зар радаллаху анху передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: есть три группы людей. В судный день Аллах не будет с ними разговаривать, не посмотрит на их лица и не оправдает их. Им уготовано мучительное наказание. И дальше передача хадиса добавляет: посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям повторил это трижды. Потом Абу Зар радаллаху анху спросил его: в таком случае эти люди поистине обделенные, они потерпели урон, кто они, о посланник Аллаха? На что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям ответил: тот, кто из гордости волочит свои одежды по земле, тот, кто попрекает оказанным им добром, и тот, кто, принося ложные клятвы, старается продать товар за хорошую цену. Вот три категории людей, на которых не посмотрит Создатель. В этой жизни с вами мы обречены работой, обречены заботами, у нас много обязательств есть, мы многое можем натворить и многое можем исправить. Но о вечности, представьте, ничего этого делать нельзя. В вечности только один раб остается, его деяния и Аллах субхану тааля. И представляете, тогда, когда будем нуждаться в милости Аллаха субхану тааля, тот, от которого мы будем зависеть наше будущее и от кого ждем мы милости, даже не посмотрит. Кто же это? Это тот человек, который волочил одежды по земле. Тот, кто попрекает оказанным им добром, то есть оказал добро и попрекает. И тот, кто приносит ложные клятвы, старается продать товар за хорошую цену. Это та группа людей, которые указаны в хадисе, не посмотрит Аллах субхану тааля, и они окажутся без милости Аллаха субхану тааля. Суры Аль-Бакара, 264 аяте, Аллах Азза ва Джалля для нас передал: «О те, которые уверовали!» Это обращение именно к мусульманам, к верующим людям. «Е айюхалладзина аману!» Потому что вы знаете о том, что в Коране есть обращение «Е айюханнасу!» Это ко всем людям. А это обращено к уверующим. «Е айюхалладзина аману!» «О те, которые уверовали!» «Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреканиями и оскорблениями, потому кто расходует свое имущество ради показухи, ради рия, и не верует при этом в Аллаха, и в последний день притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей». Аллах Азза ва Джалля поощряет тех, кто жертвует части своего имущества ради Него. То есть мы жертвуем свое имущество, мы раздаем садака. Вот этот курбан то же самое будем ради довольствия Аллаха субхану тааля делать с вами. И при этом не сопровождает это благое дело упреками или иными поступками, уничтожающие достоинство человека.
который получил эту милостыню. В противном случае это благое дело будет аннулировано. И далее Аллах Субхану Тааля в этом аяте говорит, что за благое дело таких людей ждет большая награда, уготованная награда у Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля сам наградит благодетелей за их праведные дела. Какие это добродетели? Какие, чем можно наградить Аллах Субхану Тааля в вечности? Они следующие. Эти люди не познают страха. То есть в судный день эти люди не будут опечалены. И именно, что оставили позади потомков и отказались от удовольствия мирской жизни. А мирская жизнь, удовольствие, это как раз-таки бахвала, рия, показуха, чтобы тебя хвалили. Это и есть мирская жизнь. Потому что в вечности уже этого не будет. Никто не будет тебя хвалить за то, что ты раздавал садака. Никто не будет хвалить за то, что ты читал Коран наизусть. Потому что вознаграждение получит только от Аллаха Субхану Тааля. Вознаграждение будет и суд будет только от Аллаха Субхану Тааля. И признание будет только от Аллаха Субхану Тааля. И признанием это будет не что иное, как эти люди не узнают страха. Не познают страха. Доброе слово, то есть слово сострадания и мольба мусульманина, это и есть прощение. Это и есть прощение. То есть прощение несправедливости в словах и в поступках. Это самая лучшая милостыня. Аллах богатый, то есть ни в чем не нуждается, в своих творениях, выдержанный, то есть снисходителен к ним и прощает нас. Существуют хадисы, запрещающие попрекания в пожертвованиях. Так, например, в одном из хадисов передается от Абу Хурейра, в котором сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «С тремя не заговорит Аллах в день воскресения». С тремя людьми, с тремя категориями людей Аллах Субхану Тааля в день воздаяния не заговорит, не посмотрит на них, ибо им уготовано мучительное наказание. Первое. Опускающий край одежды до земли. Второе. Попрекающий своим благими деяниями. И третье. Сбывающий свой товар с помощью ложных клятв. Абу ад-Дарда передал, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: не войдет в рай тот, кто ослушается родителей, попрекает людей в оказанной им милости, имеет притеснение, пристрастие к спиртному и отрицает предопределение. Поэтому Аллах Субхану Тааля сказал: о те, которые уверовали, не делайте ваши подаяния тщетными своими попреканиями и оскорблениями. Мухтарам Джамалат, подводя итог сегодняшней проповеди, хотелось бы сделать заключение, самое главное, то, что мы должны с вами понять, то, что мы должны с вами уяснить, и с чем мы должны с вами продлить и благость земной жизни, и, конечно же, оказаться в числе тех, кто будет обрадован милостью, взором Аллаха Субхану Тааля. Это ни в коем случае не поддаваться одному из дверей шайтана. Дверь называется рия. Чтобы ни в коем случае садака наша не превратилась в нашу погибель. Не аннулировалась. Поэтому, делая пожертвования, обязательно нужно. Делать дополнительный габадат обязательно нужно. Но делать его нужно уважительно. Делать его нужно очень скромно. И самое главное, делать его нужно искренне, веря в милость Аллаха Субхану Тааля. В его... Потому что он самый выдержанный. Конечно же, он, если мы с вами это что-то и допустим, упустим, нужно делать обязательно тауба. Но об этом поговорим в следующих проповедях, иншаллах. Тамам. Аллах субхану ва тааля. И заканчиваю сегодняшнюю нашу проповедь, закончим ее дуа. Аллахумма фикна ли худака вадж'аль амалана фи ридака. О Аллах, помоги нам идти твоим прямым путем и помоги нам делать то, о чем ты доволен. Аминь. Аллах Акбар.